2023 год указом президента России объявлен годом педагога и наставника. По этому случаю в городе прошло ряд тематических мероприятий. Завершающим стал турнир по настольному теннису на призы главы города Бориса Гонцова. Организаторами выступила ДРО «Молодежь Касписка» при поддержке администрации города и управления культуры по инициативе председателя Совета имамов Мурада Исмаилова. В соревнованиях приняли участие педагоги и директора всех школ города, а также представители энергетического и технического колледжа. Почетное первое место получил директор Касписской гимназии номер 11, второе место – директор школы номер 2 имени Назарова. И заслуженно третье место взял педагог школы футбола города Касписка. Участники, занявшие призовые места, получили грамоты и денежные призы. На сегодняшний день организаторы турнира планируют провести подобные соревнования среди воспитанников образовательных учреждений Касписка.